Гузалия Аслямова. Родом я из Екатеринбурга. И уже 14 лет я проживаю в парижском регионе и работаю модельером на марку готовой одежды. Сейчас я участвую в выставке, показать, что я делаю помимо своей основной работы. То есть я занимаюсь, мой конек, я люблю делать вечерние платья, люблю делать свадебные платья. И большую часть я делаю на заказ. И то, что я представляю сейчас, это вот просто маленькая часть, что я делаю, но того, что я делаю, просто как бы немножко реклама. Но большая часть того, что я делаю, это на моих заказчиках. И это, как правило, не видно. То есть заказчики некоторые не любят себя рекламировать. Есть такие, которые не совсем модели, то есть гораздо как бы проще себя рекламировать через вещи, которые я делаю. С чего мы начнем? Вот, допустим, вот эта вот девушка, это в прошлом мисс Москва, ее зовут Ксения Сарина, и в этом году она участвует в миссии «Земля», в конкурсе «Мисс Земля» в данный момент, и она представляет Крым. И вот сейчас есть такая тенденция вот в полупрозрачных платьях. Вот у нас, допустим, сейчас в нашем регионе как бы так это... Достаточно интересно, это платье носится и с шортиками, можно его носить, а можно вариант как с нейтральным тоном, чтобы выйти вечером. А это такое более для ночного клуба, как бы я бы сказала, что-то такое, да, для выхода. А что можно сказать еще интересного? Так, вот эти вот координаты. Координаты дизайнера. Именую я себе Жизель. Был момент, когда я выступала тоже со своими дефиле в доме моды Пьера Кардена. Это было как бы вот в самом начале, когда я приехала во Францию. Это был достаточно интересный опыт для меня. Конечно. Поэтому я, когда есть такие вот возможности немножко поучаствовать и показать себя, я их использую. В плане коллекции, что я люблю? Я люблю ручную работу, но на ручную работу мне времени очень мало. Иногда бывает, я использую просто машинную вышивку. То есть я могу покупать какие-то уже заготовки и с ними работать. Допустим, вот это вечернее платье. Тут я расшивала все вручную, но вот это вот машина, то есть это комбинированный труд. Тут вот, допустим, есть такая тоже сейчас тенденция, черные вещи, но чтобы они были вышиты в цвете. То есть вот какие-то такие вот моменты я использую, которые у нас интересны. Очень красиво. И это как бы вот очень маленькая часть. Ну, так вот у нас получается. Да, ну это вот такое вот свадебное платье, но оно как бы не сильно стандартное. Я очень люблю нестандартные вещи на самом деле. Мне нравится такой вот, да, и это вот подход тоже. Это да, это не совсем свадебный вариант. Этот пиджачок мы тоже делали фотосессию, выставляли в американском журнале. То есть я люблю работать здесь с разными командами, учитывая, что мы из России, да, мы иногда кооперируемся с теми, вот, ну, с французами, с девочками, с моделями разными. И делаем коллаборации. То есть вот я с одним фотографом, она сама знает 5 языков и очень много вот как бы по миру делает публикации. То есть вот я с ней работала, и вот этот вот язычок мы сделали вот в американский журнал. Очень красиво. Я не знаю даже, что еще добавить не могу.